Так, я успокоился. Все нормально. Так, мне нужно заменить топорик. Ну, допустим, вот этот меч поставим. Ой, у меня всего один, сука, самоцвет. Я, сука, сдох. Просто вообще. Просто упав. Я думаю, это очень частая причина смерти в Dark Souls 2, на самом деле. Нужно идти вот туда, да. Что вы, суки? Ты мразь. Да, походу, это не очень эффективное оружие. Просто сдохни, сука. Сейчас мы отрегенимся. Да, этот вот меч поставлю. Так, этот урод снова появился. О, кто это у нас тут? Не хочу я с вами драться, суки, идите вы нахер. Я иду забирать свой труп. Да, я тут пришел, да. Так. Подойдем поближе. Он повернулся, вот мразь. Повернулся, сука. Так. Иди сюда. Вот. Вот эта комбинация, отлично. Запомним. Как же ты попал в меня? Так. Ой, ребята! Ребятушки! Идите-ка вы в пене, суки. А, как же вы бьете это больно, а? Охереть. Сдохни, сдохни. Так, а там у нас... А, о, там что-то лежит, да? Давайте посмотрим. Еще один стал. Спать. Спать, мой дорогой. Так. Еще на душе. Ух, да. Блин, мне бы фляжку заполнить. В принципе, один самоцвет есть. И можно будет быстренько вернуться к фонтану. Сапоги какие-то я нашел. Ты думаешь, говно, наверное, какой-нибудь. Ох, давайте наверх идем. Фокрус, как он добавляется. А, кстати, босса уже нет, заметьте. Босса нет. Вот эти суки, блин, их слишком много. Они не отстают, надо подраться. Надо подраться. Идите вы нахер, суки. Ой, ёпаю. О, что-то прям их... Ребят, что-то попутали. Эй, ребята, ребята, давайте. Ну ладно. Суки. Уроды, идите нахер. Так. Ух, ебать, я не знаю, как против такой толпы орала. Первый раз, сука. Не, давайте-ка отсюда.
все, успел, 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 успел. Идите, гуляйте, гуляйте, гуляйте. Ох. Надо регениться, надо регениться. Я вас уничтожу всех. Я пройду эту игру. Я пройду эту игру. Мамой клянусь. Иди ты, сыка. Ну, что тут у него, посмотрите. Знаете, такое чувство, что они просто... Разработчики... Они в душу вкладывают в каждого, сука, этого моба. Чтобы он максимально убивал тебя вот просто. А боссы тогда... я молчу. Лучше помолчать. Все, они среагировали, отлично. Пускай спрыгнут. Ага. Да тебе ты! Ёбаный ты, сука, свет твой! Косточка возвращения. Иди нахуй! Иди в жопу! Не. Пиздец какой-то. Просто посмотрите на меня. Да иди ты нахуй! Не, просто... Я просто иногда такие тупые фейлы тут делаю, вот... Да хера я нажимаю это давай! Вот зачем? Просто это привычка, вот в другие игры, там, в казуальные, блин, так, я сбил веб, подождите. В казуальные, блядь. Они вот просто берут толпой. А, так. Трое. Их тут четверо или пятеро было, да? Есть. Отлично. Давайте, ребята. Все. Есть. Есть. Так, лучник, это херов. Давай, вставай. Вставай, сука. Пришла твоя смерть в виде Рязана. Я дошел до сюда. Да. Вот он один стоит, сучара. Иди ко мне. Давай. Сейчас мы его приманим. Иди сюда. Иди сюда, сука. Иди сюда, мразь. Все, убили. Убили, есть. Так, тут двое сейчас, да? Мисики пожарный. Так. Все. Сделано. Сделано. Предмет впереди. Я думаю, это не надо. Я его и так заметил. Деревянный болт X20, что мне дают, я хрен его знает. Разберемся. Так.
Осторожно, слева и тогда враг. Слева? Где слева? Ой. Так, фантом. Фантом, что он нам показывает? Типа, убегаем отсюда нахер. Тут очень опасно, да? Ёб твою. Нихерашечки. Давайте-ка его выведем отсюда. На открытую площадку. Так, 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 так. Отлично. Вышел. Вышел. Все. Что, солнышко боишься, да? Солнышко, да. Это солнышко. Ёб твою, солнышко твое. Все. Все. Даже вот этот, сука, урод, он сейчас... Они все опасны. Здесь нет, здесь нет кого-то неопасного, я вам скажу. Я это уже понял. Так, мы это все читали. Отлично. Ух ты. Прям. Снаряд. Ох ты! Сука, снайпер. Ой, этот лучник. Ну, снайпер, да. В принципе. Так, да. Что ты, блядь, сука? За! Что за? Какой за? Иди за. Сам иди в за. Так, он сейчас ко мне придет. Иди сюда. Иди сюда, сука. Ты не хочешь идти? Ага. Ну, ладно. Тогда... Ух ты! Хера себе, как он умеет. Прям маг какой-то. Сдохни, сука. Так, вот вы видели, как я умею стрелами стрелять. Так. Что там было? Огонь, так что может помочь перекат. Ну, я, мне помогли стрелы, а не перекат. Ах, у меня скоро меч сломается. Здесь должен где-то быть костер. Так, ребята. Там сверху... Ага, все, идет. Отлично, давай, 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 давай. Консумей, консумей, давай, давай. Вот. Что-то Рязан уже научился делать. Хоть что-то. Кинжал. Конечно, оружие мое. Это просто что-то какое-то говно. А вот молот, в принципе. Ну, у него... Ёбаный ты, сука! Урод! Просто... А! Так. Давайте еще один. Невозможно эффектно использовать это. Эффективно. Ну, а что мне тогда использовать? Кинжал обычный. Его в двух руках нельзя нести. Бьет, я думаю, он. Хотя не, можно. Да. Как-то... Как-то так. Хм. Давайте попробуем. Я думаю, против обычных мобов подойдет. А вот против каких-нибудь сильных... О, Рязан. Мне даже драться нечем. Мне придется в город-то прыщаться. Все заново начинать. Все заново. Ну! Еще, еще, еще. Вот так. Все. Нет, он уж больно, он слабый, реально. Уж больно слаб. Надо что-то получше. Вот этот кинжал, я думаю, то лучше будет. Ой, что это? Ты, господи, где мы ищи? Ой, жопа. Сломанный какой-то.
Не драться нечем, сука. Да ладно, будем с этим. Просто нечем драться. Так, там вот был паря. Вау, вау. Нифига себе тут масштабики. Заблудиться можно. Опять же, я не ту кнопку, сука, нажал. Не ту кнопку. Так. Баклер. Нахер мне баклер ваш? Просто нахер он мне нужен. Ай, так, сейчас я тут у меня... Телефон разряжается, ребят. Пока передохните, покурите. Я с этой игрой начну курить, реально. В принципе, я могу фигурочкой потом воспользоваться, да? Но ей нельзя много часто пользоваться. Много часто, прям. Вещи, оружие. Наверх пойдем. Так, здесь вроде тихо, да. Так, что тут у нас? А, может помочь справа, и тогда костер. Ух ты! Костер впереди справа. Да ладно, ребята, костерчик. Где костер? Твою сука! Блять, у меня, сука, жизни нет. Короче, пьем. Давай. Чик-чик-чик-чик-чик. Опа. Вот это у него, сука. Что это? Рапира, копье. Давай. Чик-чик-чик-чик. Давай. Может, надо подальше от него держаться, кто он махает. Ну так, подползаем и... Оп. Все. Зачем я пил? Я его убил же легко. Ну ладно, подстраховочка, потому что мало ли... Лучше уж флягу выпить, чем сдохнуть. Плоская урна. Что это такое вообще, а? Вот это вот. Врывается и наносит урон магии. А, взрывается. Давайте-ка поставим. Поставим на... На-на-на-на-на-на-на. Это вот здесь вот ставится, да? Тогда поставим вот урну. Надо будет учиться быстренько все это дело переключать. Метательный нож можно поставить. Следом же. Вот, хилка. Но она очень редкая, заметьте. То есть меня траванут. Я могу ее использовать. Блин, пора спать ложиться. Так. Хренов. Хренов меня эта игра держит. Я не могу. Мне хочется ее пройти. За одну ночь. Херов тебе, Рязан. За одну ночь. Dark Souls, чтоб ты прошел. Мечтай, сука. Надо будет попрактиковаться в умении прыгать. Это тоже очень важно. Очень важно. Так. Что у нас тут? Костер впереди. Так. Наслаждение. Но на самом деле это реально наслаждение, потому что... Я дошел до сюда. О, боже, я сделал это. Это наслаждение, ребят, реально. Так, у меня починился тот меч. Он должен починиться. Сейчас я сяду за костер. Да иди ты, мышка, я не знаю, видна вам мышка или нет.
отдохнуть у костра. Все. Так, все, восстановилось. Отлично. Отличненько. Так, это что у нас? Во, мы можем купить. Ведьма какая-то. Охренеть, у меня эти мурашки по коже, сука. Так, что она нам продает? А, меч за 700. Ой, топор, который, в принципе, у нас был, да, в начале. А, на кулаки что-то. Давайте попробуем купить один. Да, я хочу. За 1000 душ и топорик возьмем, потому что топорик это мое как бы оружие основное, да? А потом у нас тут продается плащ странствующего торговца, перчатки странствующего торговца. Я вот не вижу, где здесь сравнение с моими шмотками. Показать инфу. Не то. Вот это вот, что ли, внизу, которая? 60-60-77. Или это показатели вот этой вот шмотки? Сейчас посмотрим. Подожди. Ведьма, иди в жопу. Так. Вот это мое, да. 60-60-62. А. Такие вот перчаточки и сапоги бандита. Давай-ка еще раз с ней поговорим. Ай, старушка, сука. Вот это что такое? Шляпа. Нахер мне ваша шляпа? Это, по-моему, будет покруче, да? Вот. Аллилуйя. Сколько мне купить? 9. Так, взрывает и наносит урон огнем. Давайте одну возьмем. А вот, открывает мастерскую кузнеца Ленин... Ленина. Ленинграста в Маджуле. Это, по-моему, та самая. Так, вот, косарь. Все. Да, ребята, это круто. Это круто. Волшебство. Лечение. Это не для меня. Это для другого класса. Ох, прям как... Блин, круто. Круто. А, по поводу шмоток я так и не понял, где мои подображаются, где которые у вот у этой шлюшки и какие лучше, какие лучше, потому что так давайте-ка знаете что я сейчас сделаю? У меня же души тут есть. Ну-ка я одну еще. Все хорошо. Так. Фу. Так, 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 это все мое. Ну-ка еще раз с ней поговорим. Продай-ка мне еще что-нибудь. Вот это вот, кстати, я купил. Надо будет сейчас посмотреть, одеть. Не знаю. Ребят, напишите в комменты. Давайте, пожалуй, уже закончим на этом выпуск. Я сделал это, я дошел до сюда. Я купил нужный мне ключик. Вот, снаряжение. 33. Вот, вот показаны характеристики, что больше, что меньше дает. Прям хз. Так,
понятное дело, хуже. Так, что тут у нас? Стрелы. А что я купил? Где это? Где эта херня? Левое оружие. Вот это вот. Цестус. Что он мне вообще дает? А, это... Что вроде корсета? Ох, я думал, это на руку одевается. Типа защита. Давайте я продам нахер это говно. Вообще, как здесь вещи продавать? Можно? Сука, как дам тебе в ружу. И вот так. А если снять? Хотя, в принципе, оставим. Потому что вот этим ударом я как бы даю подых. Вот этим слабым мобом они все ничего не могут сделать. Я мечом хоба! И все. Ладно. Мне пора спать уже ложиться. Уже сколько там? 3 часа ночи, охереть. Ох, давайте. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Рязан. О, и Dark Souls 2 реально охеренная игра. Реально охеренная. Фу, хотя будет проклят тот день, когда я начал в нее играть. Всем пока.